продолжение темы глава Ленинского городского округа Алексей Спасский провел встречу с женщинами-предпринимателями. Она была приурочена к Международному женскому дню и организована Ленинским отделением Торгово-промышленной палаты Московской области. В настоящий момент Торгово-промышленная палата округа насчитывает 40 членов, 16 из них – женщины. Во вступительном слове председатель палаты Владислав Рымша рассказал о том, что представительницы прекрасного пола принимают активное участие в развитии бизнес-сообщества на территории муниципалитета. Это комитет женщин палаты, возглавляет Татьяна Юрьевна Ершова, комитет по поддержке и развитию детских садов Татьяна Кривонос. И буквально после 8 марта будет создан еще один комитет, пока рабочее название комитет бьюти-красоты, да, наверное, так можно назвать, да, объединим все салоны, которые находятся у нас на территории Ленинского городского округа. Несмотря на официальный статус встречи, проходила она неформальным ключе. Глава Алексей Спасский поблагодарил женщин за их участие в различных благотворительных и волонтерских программах, за вклад в борьбу с пандемией и поздравил с весенним праздником. Вы движете эту жизнь, вы движете этот мир, вы движете Ленинский округ вперед. Вы красивы, вы сильны, вы молоды, вы очень энергичны. Я ни капли не сомневаюсь, что вот самое малое, что мы вам можем дать, это наша любовь. Также Алексей Спасский отметил, что женщины-предприниматели всегда могут обратиться к нему напрямую, чтобы оперативно решать возникающие сложности и вопросы. Естественно, всем участницам вручили памятные подарки. Закончилось мероприятие совместным фото.